Пишем маковое поле, пишем мастихином. Сейчас рисуем траву. В переднем плане будем вот так вот обозначать. Так, теперь кисточкой пишем маки. Так вот, произвольно очень. Легко. Пусть ваша рука будет легкой. Я думаю, достаточно для маков. Ну и тут на переднем плане более крупные цветы. Вот так. Так, а теперь еще мастихином травинки. Можно использовать голубой цвет для травы. Вот такое у нас получилось маковое поле. Вот. Что еще? А еще можно... мигания такие сделать. Вот так. Ну, я думаю, что, чтобы мы тут еще не рисовали, это только, наверное, уже будет зря. Поэтому
Важно вовремя остановиться в таких быстрых работах. Что я и делаю. Вот такое маковое поле. Все. На этом пока. Всем спокойной ночи. И таких вот прекрасных снов, радужных. Пока-пока.